Здравствуйте, сегодня среда, сегодня гости, а завтра у нас марафон. Идем мы сегодня в гости в ВК. Лев, царь зверей. У него сегодня сонное царство. Торговец отдыхает, никуда не спешит. Так, как у нас? А у нас тут странненько, да? Не, ну если только он этот просто для красоты, потому что, ну, такие грядки даже утепленные, ну, я в них смысла не вижу, честно. Ну, наверное, это так, для декора. Не, ну посмотрите, конечно, красиво оно смотрится, я даже не спорю. Ну, место, конечно, занимает, но каждый, как говорится, играет по-своему. Нет, оно, конечно, оригинально, но вроде как-то так вот стильно смотрится, но... Так, верх мы еще не покупали, да? Я так понимаю, что основные грядки находятся на другой локации. Тут только пару овощных комплексов и все. Ну, потому что, ну, естественно, с вот такими ничего не сделаешь. Это так красиво и не более того. Кузница, пределка. Эти домики уже можно, конечно, продавать. Ой, прям на воде стоит у него прям плавающая палатка. Палатка куда-то плывет. Гостиница, мастерские. Безусловно, конечно, красиво, но уже пора немножко расчищать место. Много-много места для того, чтобы было что куда поставить. Металлургия. Водичку добываем. Яблочки растут, и этот уже радует. Не, ну, конечно, красиво, оригинально так вот именно, когда идет еще с деревцами и все такое прочее. Ну, вообще, надо бы уже освобождать территорию. Ой, есть даже где покопать, для любителей копать хорошие коллекции. Запоминаем, лев, у кого он есть, здесь можно накопать, если у вас еще не открыто морские приключения, то здесь можно копать морские коллекции. Кстати, хорошие коллекции можно копать у льва. Так что торговать как торговать, а копать идем ко льву. Нашли, где можно копать маленькому уровню. Обратите внимание, ну ж, очень даже, хотя, кстати, что-то слабенько, да, выпадает. Нет, тут я заметила, бывает, что одно и то же получается, мы копаем в разных местах, да, у некоторых прям много сыпется, а у некоторых, ну, мало, тут так средненько. Может быть, сегодня такой день, решили перед обновой особо не баловать, среда все-таки никак-нибудь, ну, ферма красивая, ничего не могу сказать. Ну, убрала бы я это. Но, честное слово, место занимает. Оригинально, конечно, и эти домики, их слишком много. А они невыгодные, совсем невыгодные. Очень короткий наем, не успеет ничего сделаться, а уже наем закончился. Надо все переходить уже на более серьезные конструкции. Да, есть у вас они чуть-чуть, но это совсем чуть-чуть. Не берите отели тогда, отели дорогие, да, хотя наем там хороший. Кондоминиум 30 изумрудов и прекрасно нанимается и хорошо строится. Ну, как-то так. И на этом все. До новых встреч.